уверены, что говорите по-русски правильно. Проверьте себя. А вот слово, в котором очень многие делают ошибку. Как же нужно говорить? Позвонишь или позвонишь? Позвони мне, позвони. А если не позвонит? Позвонит. Надо говорить «звонишь», «звоните». И фильм такой есть «Звонят, откройте дверь». Запомните, правильно нужно говорить. Звонишь, перезвонишь, отзвонишь, вызвонит, перезвонит. Никогда в этом слове ударение не ставится на букву «О». По правилам русского литературного произношения надо говорить «они звонят», «она позвонит», «вы мне позвоните», «они позвонят». Позвонишь, позвонят. Прошу вас, пожалуйста, говорите по-русски.